Свою трудовую деятельность я начал в 2005 году в городе Орехово-Зуево. С этого времени мы создали трудовой коллектив, с которым мы продолжаем и сегодня свой жизненный путь. Развивается наш город, и мы несем свое благо через свою продукцию, которую мы выпускаем. Хотелось бы на пороге столетия поздравить жителей нашего города с праздником, пожелать крепкого здоровья, благополучия, комфорта, уюта и достатка. С праздником!